Слушай, ну вода упала. Чуть-чуть. Ребята, всем привет. Поедем мы сегодня на рыбалку. Попробуем покидать спиннинг. Но если на спиннинг ничего не поймаем, у нас есть с собой подъемник. В любом случае мы без ухи не останемся. Ладно, смотрим. Сейчас мы переплываем канал. Разгоняем тут коров. И нам надо на ту сторону, к озеру. А по озеру мы уйдем на русло реки Чулым. И попробуем там покидать спиннинг. Что, хоров первый раз увидел? Ну а как? Реки наглые. Кыш, пошли. Домашние животные. Кыш. Вот здесь, наверное, можно уже плыть. Тут уже выше колена. На экстремальной лодке переплываем. Переплываем мы на экстремальной лодке через канал. Тут не глубоко, метра три сейчас всего. Это, наверное, трех нет, да? Смотри, как все заросло камышом. Раньше, говорит, не было камыша. Вот он, карась пошел. Сибирские джунгли. Ракушек плавает, гора. Спасибо, ракушек. Обязательно. Ракушек обязательно надо снять. Все, вытаскиваем. С нее удобно будет кидать. Приближаемся к озеру. Карась идет волной. На лодочке этот не клюет. Просто греется в камыше. Впереди играет. Угу. Мелкий карась. Это 50-шный, 55-шный. Сейчас поедем, посмотрим на разливах, нет ли сазана. И поедем в русло реки Чулым. Попробуем покидать спиннинги. Может, что-нибудь поймаем. Добрались мы до разливов, но сазана не видно, плавает один карась. Глубоковато, надо хотя бы, чтобы по колено было, а тут почти по пояс, какой сазан может быть. Поплыли в другое место, тут пока ничего нет, сейчас через 6 километров по озеру еще одно место проверим. Что, второе место нас тоже не порадовало. Тычки стоят, смотрите. Удивился, бамбуковую тычку. Ребята сети ставили, воткнули. Видать, от старой удочки. Увидел, не поверил. Бамбук. Может быть, вырастет у нас вот на Урюме. В общем, сейчас тихонько плывем. На шесту. На мель. Посмотрим, может быть, что-то. Может, что-то даже карася нету.
красивые места. Вот тебе огромное озеро. Тут тебе лесок. Пошел грибов нарвал. Хочешь грибов пожарил, хочешь рыбы наловил, ухи сварил. Вот тут вот мелко, тут вот может как-нибудь выходить иногда. Рано еще, я думаю. Тепла не было. Сейчас поедем, покидаем спиннинг. Хватит кататься. О, вон они, смотри, караси. Я думаю, что это караси. Ох, ёп, напугали. Русло реки Чулым. Сейчас где-нибудь здесь встанем. Коль, давай вон тот камыш. Дальше, дальше. Сейчас день тут пришвартуемся, покидаем. Спиннинги. Попробуем половить хищника. Не будет еще, возьмем подъемник, покидаем подъемник. Ну что, ребят, третью, четвертую точку проверили. Ничего нет. Приплыли уже к самим шлюзам. Вот они, шлюзы. Рыбы нет вообще, разошлась вся. По озерам, по разливам. На воблера, на джиголовке пробовал, все подрывал тут. Зацепы. Сейчас просто спиннинг закинул с червями. И вот пробую на подъемник. На подъемник сейчас с первого заброса два окуня поймалось. Сейчас попробуем, может, на подъемник наловим. Пустыми-то вообще неохота домой ехать. Хоть что-то охота поймать. Попробуем на подъемник. Посидеть, он подойдет. Ну, когда есть, он есть. Все. Пусто. Чебака тупо. Есть. И вот это, понимаю, окуня. О, на угу мы с тобой сегодня железно поймаем. Единственное, неудобно. Резинки ничего не цепляются. Слушай, ну на удочку-то не клюет, вот она стоит с червями. Вообще не клюет. Два воблера оторвал, джиголовку оторвал. Даже ни одной поклевки не было. Как так? Карася нет вообще. Вот тут малек просто ходит по мелководью. И вот тут где-то держится рядом окунишка. Жарище. Вообще очень сильно жарко. Разделись. Сейчас я вообще разденусь, до трусов буду загорать. Вот решил попробовать на подъемник. Первый мой заброс. Опа! И первый заброс. И ничего нет. Коллега, блин. А что-то накрывал, что-то было там. На подъемник сразу мы выхватили. Штук 10-15 окунишек. И все. Что-то перестало. На удочку вообще ни разу. Ни на спиннинг, ни на удочку. Вот вот такие вот к нам подплыли рыбины. Их бы наловить и попробовать на насадку. Может быть, на насадку бы на них и клювало. Окунь тут выжидает, ловит будущие подъязки. Изи. Да, на будущие подъязки. Можете баки. Да? Привет вам! О, тебе привет! Че, ребят, рыбачить пришли? Да! На че? На подъем! Ну, мужики настоящие! Молодцы! О, подписчики наши! А рыбы нет? Жалко, на удочку охота посидеть было. Хищника половить на спиннинг. Вообще ничего нет. Сами подъемник разбирают. Ну, пускай лучше на подъемник рыбачит, чем конопли курят. Бывает такой период, что на удочке совсем не клюет. И местные ребята, детвора, да и взрослые, мы, бывает, берем подъемник с собой, ну, чтобы совсем холостыми не приехать. Мешками мы не ловим. Себе где-то нажарило десятка, два, три поймать. Ну, как видите, тоже ловится очень плохо. Один попался. Окунек. Тоже плоховато ловится. Мешками не ловится. И даже ведрами. Вот такой окунишка. Приближать умеешь?
Ну вот, голодными мы не останемся. Попалось два карасика. Так что тихо будет. Тихо посидели, подошли карасики. Давай, тяни, кого ты там накрыл? Ничего нет. Давай снимай. Ну что, ребят, вылавливал я тут вот такую сеть кастинговую. Хочу попробовать ее закинуть. Веревка сзади тебя. Вот я три раза ее кидал и ни одной не поймал на каргате. Сейчас попробуем кинуть ее на чулыми. Она путается. Вот эти вот нижние поводки грузила запутываются в ячейки. Ну что, попробуем. О, хорошо закинулось, слушай. Хорошо закинулось. Ну, вот по мне, для наших рек, ну, никчемная снасть. О, сразу зацеп. Видишь, тут кругом зацепы. Все, тут она сейчас и останется. Все, на блоке зашвырнули. Выключай. Ребята, отцепили мы зацеп. О-о-о! И рыба есть, офигеть, а вот он зацеп. Что это такое? Лист железный, как я туда кинул. Давай его вытащим. Смотрите, не такая уж и бесполезная вещь. Поймали мы в нее две рыбинки. Это что такое? Водоросли такие, что ли? Что, ребят, первый раз я на нее поймал. Два окуня залетело. Так что не совсем это бесполезная вещь. Что-то на нее поймать можно. Веревка. И пришел невод. С одной этиной в морскую. Пусто. На этой печальной ноте мы будем заканчивать свою рыбалку. Невод пришел опять пустой. Не знаю, сеть это не особо ловчая, подъемник в наших краях ловчее. Поэтому ее можно смело разобрать на грузила. Там грузила очень хорошие. На удочку мне пойдут подъязков ловить. Поэтому вытащил я ее в речке не зря, эту сеть я ее не покупал. Поймал ее вот здесь же, на этих шлюзах. Ее зацепили рыбаки. Ну, как сказать. Ну, что-то мне не понравилось. Вот такая, ребята, у нас сегодня получилась рыбалка. Вот что мы наловили. Два карася и десяток окуней. Короче, нифига не ловится. На удочке вообще не клюет. Вот не как-нибудь, а вообще не клюет. На подъемник еще маленечко вот поймали. Так что не было подъемника бы, остались бы совсем голодными. В общем, на Урюме делать нечего. Вчера мы двух рыбаков отправили с Барабинска на Чулым. Тут ловить нечего. Рыбы нет вообще на шлюзах. Ну и как бы по просьбам, сейчас мы приготовим этих карасей с окунями свежие, пожарим. Покажем, как мы на речке, пожалуйста, на бережку можем приготовить рыбу. Сейчас попробуем. Ну что, фольги купили. Начинаем чистить рыбу. Карасики еще живые. Чистятся по сравнению с окунями очень хорошо. Ополаскиваем. Дочищаем. Отрезаем лишние части. Курям, которые ходят вокруг, жалко караси без икры. Так бы икру закинули, пожарили. А нет, вот этот с икрой. Икру у него оставляем как есть. Кишки вытаскиваем.
Вот она, икра остается внутри. Оставляем, ополаскиваем. И вот такая вот чистка происходит. Рыба у нас пока. А Николай у нас чистит там картошку. Итак, рыбу мы почистили. У окуней я голову еще отрезал, чтобы больше вошло. Почистили лук, почистили картошку, измельчили. Нам еще нужен будет майонез, черный перец, соль. Теперь мы это все перемешаем с майонезом, с солью. Выкладываем на фольгу. Все заворачиваем и на огонь. Ну что, вот я выложил рыбу в ряд. Окуня, тут караси. Посолил. Сейчас поперчим. Перчите, перец разваривается очень вкусный, черный. Поперчили, майонеза добавили. И теперь выкладываем картошку. Выкладываем картошку. Все это тут потом, когда будет запекаться с майонезом, само собой перемешается. От кипячения и бурления. Ну, единственное, что надо будет нам картошку еще тоже посолить сверху. Так, на глаз. Так вот, на глаз посолили. Главное не пересолить. Лучше пускай будет не пересоленая, чем пересоленая. Самое сложное тут завернуть все это дело. Так, про лук я забыл. Лук я тоже покрошил на рыбу. Лук обязательно. Майонез нам мясо-масло будет. Можно масло не ложить. За счет майонеза у нас не будет пригорать. Ну а теперь самое главное завернуть. Тут фольга снизу два слоя. Вот сверху сейчас будем заворачивать и загибать края. И еще на один слой. Ладно, пробуем. Получится ли. Раз. И тут же назад. Два слоя, чтобы было. Два. Теперь аккуратненько заворачиваем. Наше супер блюдо, чтобы очень важно не вытекал сок. Иначе все сгорит. Ну и все. Можно ставить на угли. Ну что, угли нагорели. Закладываем нашу рыбу. Все делаем аккуратно, чтобы не порвать фольгу. Вот так вот. И углями засыпаем сверху. Ну, у нас можно вот так вот дрова опустить. Пускай дрова горят. Дальше нагорают. На костре, конечно, легче это делать, чем в мангале. Но вот я сейчас углями сверху закидаю, чтобы не было огня. Ждем примерно 15 минут, и я думаю, все будет готово. Слышно, как шипит, шкварчит. Послушайте, как кипит. Сок с карасей. Шипит все. Готовится. Деревенская жизнь. Цыплята тут выводятся с инкубатора. Достанем, пока остывает. Сходим в баню, попаримся. О! Тут уже печка красная, можно идти париться. Так, куда положим остывать? Давай, на газика. Оп! О, запахло. Ребята, после хорошей рыбалки надо хорошо попариться. И еще и свежим веничком, прям свежачок только сорвали. Фу, хорошо. Так, ребята, все попарились.
Пойдем сейчас пробовать нашу картофан. Что? Посмотрим, что тут у нас получилось. Надеюсь, что не сгорело. Приготовиться-то точно приготовилось. Вот она, наша замечательная рыба на углях, парит, ничего не пригорело, все замечательно, ребрышки отделяем, смотрим, все прожарилось, все проварилось. Так что, ребята, рекомендую, все на углях, очень вкусно. А мы заканчиваем сегодняшнюю рыбалку, сегодняшнюю готовку. На хищника у нас ничего не получилось, будем узнавать еще места, но, по крайней мере, на Сарклане и на Чулыме хищника нет. Так что следующее видео опять, думаю, будет про рыбалку. Все, всем счастливо, всем пока.